Какая дистанция? Блепили, не мига. А это где канал? Ну что, просто дистанцию. Большая молодец, Наталья, наша гордость. Вы не представляете, как мы устали за этих 26 лет насилия наших мозгов, тел и душ. Вы не представляете. И мы просто вами восхищаемся. Мы не могли вообще поверить, что вы так сможете так сделать. Вы настоящий символ эпохи. Да, ребят, смотрите, не я не сделала. Мы все сделали. Все вместе, так случилось, что я оказалась на этом месте. Ну, конечно, это все не судьба, это каждый себя в какой-то момент принимал определенное решение, что это так было, но все равно все делали с белорусами. Есть какие-то сподвижки, хоть что-то? Эти письма политзаключенных, вы просто не представляете, как они рады. Вот возьмите себе по одному, их уже 120, вчера еще 19 добавили в этот список. Светлана, мы можем вам передать тоже письма, там для вашего мужа тоже есть. Давай.